Наше предприятие является социально ориентированным. Для нас, прежде всего, это комфорт и безопасность наших пассажиров. И особое внимание мы всегда уделяли ценообразованию, изыскивали возможности для того, чтобы наши пассажиры как можно меньше платили за проезд. И сегодня мы считаем важным, необходимым, актуальным снизить стоимость проезда по направлению Магадан-аэропорт с 220 рублей до 205 рублей. Соответственно, все остановочные пункты по движению также цена будет снижена. Также для наших горожан мы сделали подарок, купили самый комфортабельный, самый безопасный новый автобус «Ютонг» с люкс-сиденьями, с USB устройством, а также с другими самым современным оборудованием. В ближайшее время мы его доставим в Магадан, и уже с 1 августа он выйдет на линию.